Доброе всем утро. Сегодня 26 мая. Наконец-то наступила весна. Наконец-то. Первые теплые дни. Время высаживаться, пересаживаться, пересеиваться, потому что холодная погода не давала нормально развиваться растениям. Многие погибли, заболели. Поэтому в срочном порядке мы тянем пленку, несмотря на то, что земля еще толком не готова. Вон она. С такой почвой желательно не тянуть пленку, иначе получаются комочки. Но времени нету для интеллигентности. Надо торопиться. Пленочка вот такая прозрачненькая. Погода тепленькая. И дальше будут жаркие дни, поэтому торопимся.